Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Алена Зинчук. Я представляю здесь компанию Trade Zone Service. Мы осуществляем комплекс услуг на рынке технического мерчендайзинга. Если кто-то не знаком с таким термином, то это... Есть производство рекламных материалов, логистика, то есть доставка в точки продаж, и оформление, монтаж, демонтаж, обслуживание рекламных материалов в самих точках продаж. Расскажите какие-то интересные кейсы ваши. Я так понимаю, вы уже с кем-то работаете, и я думаю, что ваши клиенты тоже будут говорить сами за себя, что все хорошо. Я так понимаю, у вас сервис помогает лучше общаться с потребителем и рассказать ему, с чего он хочет прямо сейчас. Ну, смотрите, в данном случае заказчиком самих рекламных материалов являются компании-заказчики. Мы помогаем их правильно это все разместить в магазинах, чтобы это все хорошо выглядело, доносило информацию до покупателей и выглядело профессионально. Работаем с различными сегментами. Это и сегмент, очень активно, сегмент косметика-парфюмерия. Примеры компаний наших клиентов, ну, там, компания Estée Lauder, например, я думаю, знают практически все. Это компании алкогольного рынка, это и фуд, конечно же, фэшн. То есть вся вот та розница, которую мы видим, собственно, в торговых центрах, и та самая реклама, да, которую мы видим в торговых залах, чем украшены витрины, это все вот мы оказываем эти услуги. Расскажите, какие продукции вот рекламные у вас есть от мала до велика, получается, какие форматы, маленькие, большие, средние и так далее. Вот вы в этом разбираетесь, конечно, лучше, чем я. Расскажите нашим зрителям, что вы можете им предоставить. Это самого разного формата рекламные материалы. Это могут быть и какие-то мелкие наклейки, баннеры в торговом зале. Это может быть и оформление витрин большими баннерами, фотопечать, печать на пластике. Самые разные. При этом у нас есть и собственное производство. И, что важно, бригады монтажников – это тоже наш персонал, который работает по нашим стандартам. То есть мы их обучаем. Это не просто там, дядя Петя с улицы, да, с недостаточной квалификацией. То есть это наши сотрудники, которых мы учим, потому что эта техническая работа требует определенной квалификации, и ее качество мы, естественно, можем гарантировать. И на самом деле еще такой момент, что очень часто к нам заказы приходят из агентств. А, конечно же, агентство, работая непосредственно там, с производителем, заказчиком, они, конечно же, на свои услуги... какой-то там делают свой, закладывают свой интерес. Поэтому, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы выходить и работать напрямую с заказчиками. И в том числе, конечно, работаем и напрямую, ну, с агентствами тоже. Замечательно. Я надеюсь, наш ролик посмотрит много ритейлеров, которым вы будете полезны, а они будут полезны вам. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей. Будем рады сотрудничеству. Обращайтесь. Спасибо.